О необходимости оптимизировать расходы шла речь сегодня на встрече Дмитрия Медведева с главой Росгидро Николаем Шульгиновым. Премьер отметил, что сокращение сдержек компании позволит направить дополнительные средства на возведение новых объектов. Их появление, по словам Медведева, качественно меняет жизнь на многих территориях. В свою очередь, глава компании рассказал, что она реализует программу поэтапного снижения инвестиционных и операционных расходов, которая рассчитана на 5 лет. Руководитель правительства поинтересовался, что было построено Росгидро за прошлый год. Поделитесь результатами, что было сделано за последнее время именно в этом направлении, какие новые объекты появились. В прошлом году ввели в строй несколько генерирующих объектов. Это Зеленчукская ГЭС, Карачаево-Черкесской республики, Зарагишская ГЭС, Кабардино-Балкарской республики. Един из объектов по президентскому указу был Вознесенскую ТЭС в вторую очередь. Работу с издержками обязательно нужно продолжить. Что же касается новых вводов, то хорошо, что они осуществляются. Давайте посмотрим, чего и как будет происходить. И я считаю, что это такое достойное событие.